Я командир 72-й отдельной механизированной бригады, полковник Соколов. На этом полигоне мы вышли для того, чтобы завершить нашу подготовку на этом полигоне, провести бригадные учения, которые будут являться последним экзаменом перед выходом на фронт. У нас часть бригады уже сейчас находится в зоне АТО и выполняет там боевую задачу. Оставшаяся часть будет проверена. Я уверен, что этот экзамен мы сдадим на хорошо и в скором времени вернемся снова в зону АТО. У нас нету таких подразделений, которые бы были только из вновь пришедших или набранных солдат. В каждом подразделении есть командиры, которые уже прошли зону АТО и имеют боевой опыт. Соответственно, и другие солдаты. Они подтягивают тех, кто приходит заново, помогают им в боевой подготовке. И так получается у нас преемственность. Солдаты рвутся назад, хотят вернуться в зону АТО и продолжить выполнение боевой задачи. У нас точно такие же настроения в бригаде.